Кирово-Чепецкий бассейн «Олимпия» накануне собрал лучших юных пловцов страны. Там прошли всероссийские соревнования по плаванию памяти Яны Шамаровой, обладательницы Кубка Европы и 14-кратной чемпионки мира. Подробности далее. Десятки юных пловцов со всей страны на турнир памяти титулованной спортсменки Яны Шамаровой съезжаются в Кирово-Чепецк в 10-й раз. Яна уже в их возрасте была мастером спорта, добилась после множества побед, но не смогла преодолеть тяжелую болезнь. Но именно ее спортивные рекорды должны стать стимулом для тех, кто только делает свои первые шаги в этом виде спорта, было отмечено на официальной церемонии открытия. Каждый год здесь собирается все больше и больше ребятишек. Мы рады поддерживать детский спорт. Это одно из основных приоритетных направлений нашей политики, программы компании «Уралхим». Вот сегодня я желаю вам победы, обязательно хорошего настроя. Интерес к турниру со стороны приезжих спортсменов огромный, говорят судьи. На дорожках бассейна «Олимпия» воспитанники школ плавания из Ижевска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Кирова, Кирово-Чепецка и других регионов страны. Соревнования всероссийского масштаба, поэтому очень важны для начинающих пловцов. Здесь они присматриваются друг к другу, зарабатывают очки, ставят перед собой новые задачи. Конкуренция высока и зачастую выигрывает здесь тот, кто справляется с нервами. Бывает, в других городах легче даже плыть. А почему? Не знаю, бывает то, что людей больше, и соперники как бы пытают, как-то тебя напрягают, что ты должен поплыть быстрее. Организован турнир уже традиционно при финансовой поддержке компании «Уралхим». В рамках программы «Уралхим детям» выделяются средства на организацию различных спортивных турниров, в том числе и по плаванию. Благодаря такой поддержке престиж и масштаб данных соревнований будут только расти, считают в Федерации плавания Кировской области. С нашей стороны уже проработаны вопросы, чтобы в регион привести известных пловцов, таких как Сальников, олимпийский чемпион. И следующий турнир мы проведем вот под эгидой наших героев спорта. «Уралхим» всегда будет рядом со здоровым образом жизни и дальше будет поддерживать этот турнир. В течение 3 дней спортсмены разыграли 88 комплектов медалей. Турнир оказался успешным для спортсменов Кировской области. На пьедестал почета они поднимались более 50 раз. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей «Давеча».